На самом деле, рогатые вороны не имеют никакого отношения к воронам. Эти крупные пернатые, длиной тела немногим более метра, принадлежат к семейству птиц-носорогов. С вороном их объединяет лишь черный как ночь цвет оперения. Существует два вида рогатых воронов – кафрский и абиссинский. Оба вида обитают в Африке. Среди всех птиц-носорогов кафрский рогатый ворон – единственный настоящий хищник, беспощадный и расчетливый охотник. Живут они небольшими группами под началом доминирующей пары. Эти птицы обладают острым умом, железной дисциплиной и коварной изобретательностью. Все это отражается в их обрамленных длинными ресницами больших глазах. Для местных жителей рогатые вороны – настоящие синоптики. Перед дождем они принимаются за неистовый ор, разносящийся на несколько километров.